Доброе утро! Сегодня мы с вами приготовим замечательный витаминный салат в средиземноморском стиле. Нам понадобится шпинат, артишоки маринованные, томаты вяленые, томаты черри, огурец, соус песто, базилик, соль и перец по вкусу. Для начала мы возьмем 2 томата черри, порежем их кольцами. Берем молодой огурец и нарезаем его также кольцами. Следующий ингредиент, который мы используем, это артишоки. Продаются почти в любом магазине, является низкокалорийным продуктом, так как на 100 граммов артишока приходится не более 50 калорий. Далее мы добавляем вяленые томаты. Обычно я предпочитаю использовать собственного приготовления. Я обычно смешиваю с сахарным песком, базиликом и розмарином. И сушу при температуре 60 градусов в течение 10 часов. После этого смешиваю с оливковым маслом. Добавляем молодой свежий шпинат, который богат антиоксидантами и стимулирует иммунитет. К нему мы добавим пару листиков молодого базилика, который мы предварительно мелко нарежем. Далее мы добавляем соус песто. Сюда нам достаточно одной крупной столовой ложки с горкой. По желанию добавляем специи, немного соли и дробленого черного перца. Все ингредиенты тщательно перемешиваем, чтобы соус песто распределился по всему салату. Выкладываем салат в нашу заранее подготовленную тарелочку. За окном март. Хочется наш салатик украсить более яркими красками в виде цветов. Цветы мы используем съедобные. Все это можно вырастить у себя на балконе. Фиалки, бархатцы, настурция – это все съедобно. Наш легкий средиземноморский салат готов и зарядит вас с витаминами и минеральными веществами на весь день. Приятного аппетита!